with the sun up high, the cicadas sing as the weeks drop by. I read all day in a hammock sway, time like molasses and melts away. Need to beat the sleepy sweet heat, my friends call it all like to meet it. So you see, and I need a grease, it's a dinner under the olive trees. И Селимчик все время ругается нехорошими словами. Эти ослики какие-то. Тут транспорт такой. Ослики и ослики сплошные. Красивые такие. Вон они какие. И ну тут там киси. Ой-ой-ой. Тут вылезли на узкие улицы, нас вытаскивают. Ой, мы сейчас дадим денежку. Он бежит. А это вот маленький городок, в который мы ехали целый час. Нам здесь нравится гораздо больше, чем в большом городе. И здесь до нашего отеля буквально несколько минут. То есть мы здесь можем и гулять, и в ресторанчик сходить, и в магазины зайти. Так что нам тут обоим очень нравится, а впереди красивые горы, покрытые снегом. Very good city. Very strange, but very nice. Different, but beautiful. This small city. Small, yeah, yeah. Small, but better center. Here better center than, understand? Да, okay. Of course. I think so. I like, good idea, come here. Да, это точно хорошая идея сюда приехать. Как здесь интересно, какие-то там здания, дорога. А мы куда едем? Давай. По-моему, да, верблюдики. Ну, слушайте, здесь прям так колоритно. Будет нам где с Селимом погулять. Верблюдики, верблюдики. Сегодня прямо и эти ослики, и верблюды, все на свете есть. Конечно. Позируй, позируй. А я фото не делаю, я видео делаю. Подожди. Нет. Мы забираемся куда-то в горы, вокруг очень красиво. Породы все красные, прямо красные-красные. Наверное, поэтому здесь такая архитектура, все красная. Потому что натуральный цвет. Да? Да. Да-да. Да-да, все красное. Мы тут водичку покупаем, и тут везде висят украшения. Очень красивые камни, прям крупные. И прямо натуральные камни, очень красивые. Реально красивые вещи. А смотрите, крупный вот этот вот агат очень красивый. Вот этот агат просто супер красивый. Сейчас пойдем еще чайничек посмотрим. Это браслет. Здесь вот очень красивые чайники. Очень красивые чайники. И вот тут очень-очень супер красивые блестящие большие чайники. Я не знаю, сколько это стоит, но это очень красиво. У них, смотрите, плетеные браслеты. Хорошо сделано, красиво.
И мне очень понравились чайники. Чайники просто вообще. Все это стоит, на земле лежит. Симпатично. Селим меня охраняет, потому что здесь вообще снимать невозможно. Вот буквально подходишь, это вручную все сделано. Вот, это вручную из дерева сделано. Подходишь и сразу подбегают и либо давай деньги за то, что снимаешь, либо специал. А чай, наверное, вот всякие сухие травки. Здорово, мы видите, как попали на маленький рынок. Но я прям нервничаю, реально, потому что, посмотрите, сзади горы здесь красивые. Потому что невозможно, вот чем крупнее город, тем прям вот они сразу подскакивают и сразу начинают себя дергать. Чайники, чайники, чайники. Много-много чайников. А вот эти, они без украшений. Они такие простые, просто крупные. Вот очень красивый аметист. Тоже крупный. Крупный такой аметист, красивый. Да, у них тут такие хорошие натуральные камушки. Пока они тут заняты. Вроде бы не пристают. Он сзади меня стоит. Просто невозможное дело. Дальше пойдем. Вон, а вон верблюды. Ну, там будет... Опять деньги спросят. Невозможно здесь возле верблюда сфоткаться без денег. You like this? Интересный мой флаг. Camel. Агашимель. Funny. Do you Это вот вручную сделанная шкатулочка с верблюдом из какого-то такого, из какого-то. Они хотят $50 за несколько. Они хотят. Хотят $50 за несколько маленьких этих. How much this? 150 dirham. 115 dirham. It's like $15. Yes, $15. Expensive. Expensive. Of course, expensive. For looking, no for buy. Смотрится красиво, симпатично, да. В общем, мы приехали в горы, мы вот тут красивый такой дом, мы здесь только одни, и я по дороге расплакалась, потому что там такая... Ну, посмотрите сами. Там фигня такая с обрывами, едешь по вот такой узкой дороге, обрывы, Селим меня успокаивает. Верь, говорит, мне, верь мне, все будет хорошо. Это кошмарный стресс. Вид здесь, конечно, просто супер... Чувствуется, что очень приветливые люди, здесь никого нет, только мы, как я уже сказала. И сейчас пойдем смотреть комнату. Маленький ребенок нам помогал. Я ему конфетки дала. Хорошо, что у меня были с собой конфетки. В общем, здание очень красивое. Сейчас не совсем видно против солнца. Поэтому здесь, конечно, природа просто вау. Больше я плакать не буду, я как-то себя сдержу. Но вообще было страшно. Было страшно и... Прям реально обрыв, и узкая дорога, и едва, я не знаю, как он ехал. Он ехал, а я боялась. Я ему сказала, останови, пожалуйста, я выйду. А он не разрешал выходить, говорит, не бойся. Вот, а я боямшись. Ступеньки, да мне уже, честно говоря, мне пофиг. Главное, что не обрывы. Я уже, мне все равно. Верьте. Интересно, будет здесь интернет или нет? Мои зрители останутся без видео. Посмотрите, какие шикарные цветы. А сверху такие же шикарные лимоны. Я уже начинаю немножко релаксировать. И только очень больно залезать сюда. Посмотрите, какие. И лимончики висят. Прям много-много лимончиков. Прямо тут и висят. Здорово. Посмотрите, как хорошо. Посмотрите. Воздух такой. А вот я с утра в такой кофте теплой. В белой юбке, в белых туфельках. В теплой кофте. А как иначе? Все.
вся в цветочках стою. Теперь можно вдохнуть, выдохнуть. И сейчас пойдем смотреть комнату. Ужас. Вот так тебе марокканские приключения. Да, мне здесь очень нравится. Здесь так по-домашнему. И очень приятный воздух. Там даже в 5 звёздах такого не было уютного уголочка. Посмотрите, как здесь здорово. А интересно, правда мы здесь будем одни-одни? Лимончики, они так близко висят. Рукой достать можно. Так здесь хорошо. Прям хочется здесь сидеть и сидеть за этим столиком. Ну ладно. Интересно, где нас поселят? Вот. Ступеньки. Селим ходит там с девушкой.